Как так вообще на ровном месте? Ну этого понесло и. Не, вот этот, который слева. Ебать, так блядь, сука, блядь, пиздец, ёбаный в рот. Пизда, блядь. Давай. Твою мать! А там чудо водителю уже врезался две машины. Есть еще один пацан. А что, баба? Слушай, глянь, что это? Сказали, не едь. Поехал. Бля, отходи. Мама! Мама! Мамочку! По небу встретились. Это моя машина. Юля, я знаю, что это твоя. Мамочка! Ой, сейчас еще несет, Витька! Это убирать твою дорогу! Сюда и убирать! Летят. Ебать нахуй! Все, все, в жопу, в жопу! Домой. Так, так, начал он соображать.
Сейчас пойду к соседям наверху и с их балкона запросто спущу сейчас на балкон. Раз, два и дома. И мы все трое пошли. Тем более у нас Вася Куфа. Там нет. Значит, этот вариант отпадает, говорит мальчик. В это время снизу... Давить потом. Говорю, вот. Мне вот это вот надо! А мне... Сейчас повсеместно науки образовались практически на всей территории города. Связано частично это еще и с тем, что множество аварий ДТП произошло. Мы как раз поподробнее. Блять, ну мужик.